Налить тебе еще кофе? Да нет, спасибо, хватит. Что? Ничего. Возьми плащ. В Москве может быть холодно. Дождь. А, да где мне там ходить? Из машины в самолет, из самолета в машину. Да ты не волнуйся, я, может быть, даже сегодня вернусь. Анатолий Петрович, но ведь наш вопрос должен был стоять на коллегии только через месяц. Новый министр торопится снять с нас стружку. За что? Какой же ты секретарь парткома? Ты же типичный собственник. Тебе бы дома строить, школы, детсады. А где заводы, где комплекс заводов? Одни эксперименты, товарищ Малышев. А у нас здесь все будет экспериментально, и стройка, и заводы. И город тоже будет экспериментальным. Да вы же сами, Анатолий Петрович. Что я сам? Когда гремит гром, нужно прятать голову. Может, сбросить скорость, а? Я не трус. А я ей в телефон кричу. Приезжай скорее, Степная не ждешь. Потом сама пожалеешь. Приезжай. Толя, ну что же ты, уже посадку объявили. Ну нельзя же так рассказывать. Ты пойми, положение катастрофическое, и без новых ассигнований мы потонем. Ладно, не рыдай. Ты, главное, не спорь, не ссорься, гни голову. Ему вот скажи. Гни голову и совсем соглашайся. Чтобы они не говорили, говори да. Ну, нет вопросов. Просто решила удрать? Лучше бы ты пить начал. Ну что вы стоите? Пойдите, задержите самолет. Девушка, вы не скажете, есть билеты дома? У меня сколько можно? Простите, товарищи, у меня дело, дело государственной важности. Куда вы? Одну минуточку. Да. Товарищ Борисович, обо мне ты подумала? Ну идите же, вас зовут. Повторяю. Ну ты что хочешь, чтобы я на колени встал перед тобой? Ну идите же. Только ты дождись меня, я вернусь скоро. Начинается регистрация билетов на рейс Степная Москва. Катя! Алка, наконец-то я тебя нашла. Ну что с тобой случилось? Ну? Ты что, сдурела? Хорошо, я записку твою нашла в обед. А ну пойдем. Подожди. Опять я ничего не решила. Пойдем-ка. Иван придет поздно. Мы с тобой сядем, поговорим. Пойдем. Десятая стройка. Десятая. Спасибо большое. Товарищ Борисов,
Как вы считаете, что нужно автогиганту, чтобы его построить в установленные правительством сроки? Хорошее настроение, да. И помощь начальства. А? Прошу вас. Мы дали стройке все самое лучшее. Лучшие проекты, лучшую технику и лучшего строителя. О, мы в этом нисколько не сомневаемся. Мы присутствуем при рождении самого большого в мире автогиганта. Наша страна должна была пройти огромный путь, чтобы сказать сегодня свое слово в космосе и на Земле. Берегам меня влечет неведомая сила. Ого, вы поэт? А в литературный не приняли. Но я думаю, муза не покинет вас. Привет доблестным вооруженным силам. Здравия желаю. Товарищи, ко всем один вопрос. Цель вашего приезда на стройку. Вот ваша. Вон, подойдите, ребята. Строить зовут. Так, а ваша девушка? Моя цель – коммунизм. А еще у меня муж здесь. А вот насчет мужа еще надо уточнить. Кстати, через 10 лет он здесь будет начальником завода, не меньше. Я не сомневаюсь. Девушка, а вы что скажете? Я тоже. Что тоже? Она со мной познакомится. Мы вместе. У нее... Не надо, Катя. Она почти институт закончила, итальянский знает. А, ну что ж. Приехала. Действительно, муж? Здрасте. Это мой муж. Товарищ Малышев, жена. Алла, я взяла. Степная рванулась из-под земли, и все это за 2,5 года. Пройдет немного времени, и в Степной начнут швартоваться суда смешанного сообщения река-море. Вот кто счастливый, вот. Из-за него трехкомнатную квартиру получили. Вы говорили, что это ваша 5-я стройка с Борисовым. Да, да, строили. На Урале строили, в Сибири строили, за границей строили. Да, я вам так скажу. Вот половина этой звезды моего отца, а другая половина Борисова, честное слово. В общем, как сказали бы военные, Степная – это генеральное сражение. И чтобы выиграть его, нужна особая стратегия. Первые 2 года мы создаем мощную строительную базу, дороги, подземные коммуникации, теплоэлектростанцию, аэродром, порт, железнодорожный узел, складские помещения. А самое главное, в полном объеме разворачиваем жилищные домостроения. Правильно. Люди сюда навечно приедут. Из 6 заводов
Мы строим только один, РИС, ремонтно-инструментальный завод. Он явится большим подспорьем в комплектации нестандартного оборудования. И вот, когда соберем все силы, людей, коммуникации, мощную производственную базу, вот тут наступит решающий момент. За полтора года мы возведем 5 остальных заводов. Пойми нас, мы всегда шли тебе навстречу. Но что же получается? Вот уже 3 года министерство по твоей вине не выполняет план сдачи промышленных объектов. Не построено ни одного завода из 6. Ни одного. Через месяц мы сдаем РИС, стали форсировать литейный, завод двигателей на нулевом цикле. Продолжайте, Сергей Сергеевич. Дома, дороги, коммуникации, сфера обслуживания – все это прекрасно, только тогда, когда это плюс к заводам. Главный конвейер – плюс общежитие. Литейный – плюс дороги и т.д. и т.п. Так вот, пока у нас и т.д. и т.п. А вот заводов, самих промышленных объектов, Степная не сдает и не сдает упорно, несмотря на наши предупреждения, уговоры, просьбы и даже приказы. Итак, за оставшиеся 2 года, руководствуясь нормами и сроками, реально мы можем построить 2, максимум 3 завода. А сдачи всего комплекса в целом не может быть и речи, поэтому я предлагаю законсервировать все непромышленные объекты и все средства и силы бросить на строительство главного конвейера. Как это законсервировать? Прекратить строить жилье? Нет, мы на это не согласимся. Мы, партком стройки, гордимся, что к нам едут и едут люди. И раз мы обещали квартиру в сентябре, они въезжают в сентябре. Раз обещали в январе, они въезжают в январе. Сергей Сергеевич, ну кто вам дал право решать за нас, за коллектив Степной? И именно тогда, когда мы имеем могучую строительную базу, дороги, коммуникации, нарастили такие мощности, что коллектив Степной может резко рвануть вперед. Нельзя ли ближе к вопросу? Мы имеем все основания, резко повысив производительность труда, успешно завершить Степную. В ближайшее время мы начинаем строительство основных объектов по литейному. Недавно я приехал из Италии, откуда привез документацию, которая нас задерживала. А почему, собственно, на литейный? Вы же ездили за документацией на главный конвейер. А там требуются доделки. Странно. И работа продлится, возможно, 1/2. А вы не надеетесь, что на главный конвейер нет документации? Мы будем строить без документации. Стране нужна машина в срок. И в огромном количестве. Машина, а не ваши прекраснодушные уверения. И вот ради этой самой машины мы здесь сидим. И за выпуск ее отвечаем собственной головой. Ты пойми, строить главный конвейер без документации нельзя. Делать на глазок, а потом ломать я не буду. Будешь. Если понадобится, будешь. Сроки сдачи на носу, и мы вынуждены Степную строить по сокращенному комплексу и выкатить машину с главного конвейера в срок. Первое время придется возить колеса из Ярославля, литье из Ленинграда и так далее. Это не лучший способ и не самый дешевый, но другого выхода нет. И только так мы можем обезопасить и себя, и интересы государства. Мы просим поверить нам, что Степную мы сдадим в срок и в комплексе. Сроки
Я ведь тоже строитель. Как вы могли согласиться с такими сроками? Надеюсь, вы понимаете, что это не всегда зависит от нас с вами. И не от чьей-то злой воли. Так что гони машину, гуди фанфары. Это не для меня. При мне этого не будет. Только не надо никого пугать, Анатолий Петрович. Положение на стройке действительно вызывает тревогу. Ариадна Сергеевна, к концу недели все данные по 6 объектам, все материалы по финансированию мне на стол. Хорошо. Тогда и будем решать. Не знаю. Анатолий Петрович, гостиница Киевская, как всегда, заказана. Спасибо. Главный инженер Степной, что-то я вас давно не помню таким молчаливым. Что вы на меня-то давите, Сергей Сергеевич? Вы бы лучше на Борисова так. Серафим Иванович, это действительно выглядит странно. Вы же всегда в министерстве поддерживали Сергея Сергеевича. А почему действительно вы промолчали на совещании? Ну, очевидно, я не такой храбрый человек, как Борисов. А переменить стратегию Борисова, для чего, как я понимаю, меня и послали в Степную главным инженером, я, к сожалению, не могу. Да, третий главный инженер подает заявление об уходе. Нет, Борисов не будет сдавать Степную по сокращенной схеме. Я этого черта знаю. Да, сложный человек. Ну, хорошо. До встречи в Степной. До скорой встречи. Нет, я тебя все-таки не понимаю, Серафим Иванович. Ну неужели у тебя не нашлось ни единого доброго слова о нашей стройке? Неужели она тебе так безразлична? Оставь меня. Я понимаю, ты человек чистолюбивый. Для тебя карьера — дело в жизни не последнее. Всем известно, что ты не от мира сего. Ну хоть сегодня-то оставь меня в покое. Ой, целый день по магазинам бегал. Пообедать никак не успел. У тебя бутербродика нет? А вот яблоко. Мы хотим, чтобы у вас было хорошее настроение. Вы будете довольны нашей фирмой. Мы уже существуем более 111 лет. И за всю историю не было ни одной рекламации. А как наши сроки? Господин Тартини говорит, что на Степной работы хватит на добрый десяток лет. А мы рассчитываем сдать за 2 года. Но теперь я модифицировал интродуальный. Да. Если вам это удастся, поверьте, я вступлю в коммунистическую партию. А я вам дам рекомендацию. Ее ледоро ларакомодасион. Браво. Эко лультима провода. Скажите, а нельзя сначала литейный? Мою орей прима фондерия. Ма коме? Прима волево сеньор Родионов ла катена принципала. Господин Родионов. Но строю я, и мне необходим литейный. Но вы же можете. У вас же фирма, 110 лет. Бабене, бениссимо! Малейший паре, а он один. Ке браво! Сеньорина, прего. Как, Анатолий Петрович, впечатляет? Впечатляет. Девочки, возвращайтесь вовремя. Нам завтра во вторую смену. А разве вы в наше время на свидание не ходили? Бессовестные, не до гулянок было, война шла. А мы, представь себе, войны не знали. И как же мамину тревогу нам понять? Если мы сегодня без вести пропали, значит, просто до утра пошли гулять. А вы к кому, гражданин? Я, собственно, хотел общежитие посмотреть. Документик, пожалуйста. Всегда такой
Смотрите, здравствуйте, вам тоже начальник. Конечно. Вот, хотел посмотреть общежитие, не пускают. Да это же товарищ Борисов. Идемте. Пошли, пошли. Как это вас не пускают? Идемте. Ну, от вас, мадам, я этого просто не ожидал. Ну, куда вы? Вы посмотрите, кто пришел. Ой, как замечательно, Анатолий Петрович. Здрасте, Анатолий Петрович. Маша. Здрасте. Маша. О, очень оригинально. Ну, друзья мои, вы веселитесь, а мне просто нужно... Подождите, Анатолий Петрович, как говорят у меня на родине, когда вместе собираются такие люди, это уже праздник. Галкину, Галкину дайте. Мне. А Анатолий Петрович сегодня наш почетный гость. Анатолий Петрович, я хочу выпить. Вы знаете, дело не в том, что мы сдали кондичный натюрнитель или раньше. Вот, да, ну, это можно сказать мелочь. Но главное, что у нас есть вера. Вера человека друг к другу. О. Анатолий Петрович, Степной, эта вера у нас есть. Конечно. Я не могу не поднять этот бокал за вас, Анатолий Петрович. Прошу. Ну, спасибо. Мне так необходимо сбыться. Черт. Лишь на тебя я уповаю. Себе в людях утвердиться. И ты поможешь мне, Степная. А в литературной не приняли. Я тоже сыпанула, свинья. Еще раз сыпанусь. И будет ЗВ. Это что ж такое? Замуж поняла. За меня, между прочим. Это хорошо. Катя. Ну, что ж, меня пригласили, подержи мою рюмку. Я сейчас приду. Ну, вы не перспективный танцор. Ну, простите. Друзья мои, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Смотри, как монтажник твоей Катьки прижимается. В танцах не считается. На карте мы закрашивали пятна. Сначала начинали каждый раз. А кто-то собирался в путь обратный. И, может, он устроен лучше нас. Но мы с порога вежливо такому. Уж вы простите, уж извините, поскольку мы отныне не знакомы. Не заходите и не звоните. Мы друга не бросали от испуга, когда над ними спущались облака. А кто-то в полный час покинул друга. И сто причин нашел наверняка. Но мы с порога вежливо знакомы. Уж вы простите, уж извините, поскольку мы отныне не знакомы. Не заходите и не звоните. Без дела мы подолгу не скучали, чтобы небо понапрасну не коптить. И снова в неизведанные дали. Я прошу вас, уходите отсюда. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь. Мы не будем больше встречаться. Только ты не уезжай. Пожалуйста. Бесполезно. Нет, Зина права. Он совсем потерял голову. Не мельтеши перед глазами. На меня ему наплевать. На дело ему наплевать. На жену ему наплевать. Нет вопросов. А что ты улыбаешься? Ты вечно его защищаешь. А Зина, с которой ты дружишь 30 лет. Но это разные вещи. Какие разные вещи? Да он любит эту женщину. Ты что, рехнулась, что ли? Руководитель огромной стройки. Отец семейства. Господи, внуки в школу пошли. А все-таки он ее любит. Да какая это любовь? Это старческое слабоумие, а не любовь. Я ему прямо в лицо это скажу. Я ей уже сказал. Да ты врешь. Да, и ему скажу. Да не смей даже думать об этом. Да сейчас не может произойти все, что угодно. Господи.
Настя, ну перестань. Ну как же ему сказать о Зине? Да не знаю, Аркаш. Не знаю. Ой. Ты же лучше всех знаешь, что здесь не было любви, был только долг. Зина, ты где? Зина, ты спишь? Да. Ты чего не подходишь к телефону? Зина у вас? Нет. Зина уехала к своим в Ленинград. Зачем? Не знаю. Дела. Дела. Дела дрянь. Рис это единственный наш козырь. Рубен Григорьевич, подпишите. Потом, потом. Ну как снимать Борисова? Это даже смешно. Как? Если дело дойдет до этого, я сам пойду. Сам пойду в Совет Министров. Василий Васильевич. Да, Анатолий Петрович. Слушай. Тебе завезли дорогое оборудование, а у тебя все стекла побили. Штукатуры побили. Какие? Здрасте. Здрасте. Другая смена. Это что, твои, что ли? Угу. Симпатично. А взгреть не мешало бы. Как малярная работа? Наступай его молодцам на пятки. А что ж такой заросший? Модничает, бороду отпустил. Но это причина уважительная. Где раствор? Нам после обеда работать нечем будет. Ну потом, потом. Ну потом, ну что потом? Делаем, давай. Игназе! Ну как у тебя дела с кровлей? К концу смены 4 блока будет. Не 4, а 5. Нет, по-моему, 4. Нет. Анатолий Петрович, хоть 10, все будет в порядке. Ну где ж тут? Ну 5. Ну, вот он, Маркарян. 5. Ну, покажи. Там 2, и 2. Здесь 3. Ну сколько? 5 получается. А... Ну что, к концу идут дела? Здрасте. Здрасте. Только людей мне не хватает. А ты сними 5 бригад с главного конвейера. Да что вы на рожон-то лезете, Анатолий Петрович? Ну, право, они не правы там с главным конвейером, но ведь это прямой вызов. Будем работать, как работали. Никаких обралов. С
Серафим Иванович, ну что ты все боишься? Ты же фонтан идей. Свайные фундаменты. Твоя идея? Я был против. Это не важно. Идея-то все равно твоя. Ну, моя. Но поточный метод при выполнении, так сказать, нулевого цикла. Кем обоснован? Ну, мной, мной. А, заиграла все-таки авторская гордость. Да вы поймите, наконец, что это главная стройка страны. Головой можно ответить. Я все-таки не могу понять твою позицию. Ну что, ты тоже считаешь, что главный конвейер? Я не считаю. Слушай, я не могу понять, о чем ты просишь? Ну, неужели ты считаешь, что партком может заставить ее полюбить твоего друга? Ну, поговорить-то можно. О чем? Ну, не любит она его. А будет приставать, вообще возненавидеть. Иду, иду! Все-таки Малышев прав. Да, я же говорю, давно надо было пойти. Да я только помочь. Ну, ты скажи, чему тебя учили? Сопротивление материалов, математики. Ну, а совести тебя учили? Да я все ждал, когда ты сам поймешь, что нельзя так жить. Но нельзя тратить свою единственную, неповторимую жизнь на угождение начальству. Да я ведь не о себе думал. А о ком? Ты что, меня, что ли, хотел прикрыть? Меня же разжаловать невозможно. Да я хоть завтра в прорабы пойду. Я же строитель. Так же, как и ты. Кстати. Свиридов, как у тебя дела с Опаловкой, голубчик? Заканчиваю земляные работы. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. С Опаловкой, как черт тебя дери, не дай бог, дожди пойдут. Сегодня же завезу. Мы какой раз просим забрать Опаловку, только место занимает. Ага, слыхал, Свиридов, делай выводы. Все, кто имеет отношение к ТЭЦ, должны уяснить себе, что если мы не дадим к зиме тепло на заводы, то мы сорвем монтаж оборудования, который начинает уже поступать. Так что агитировать тут излишне. У меня все. Завтра мне нечем платить людям. Ничего, 100 лет находил, и сейчас найдешь. Вот через 10 дней как приедет министр, так что на 11-й день можешь на пенсии выскочить. Вместе с тобой? Скорее всего. Я тебе говорил, куда ты раньше смотрел? На тебя смотрел, на Малышева смотрел, на другие физиономии, которых в этом городе скоро будет больше 200 тысяч. Ты Зину провожал? Да. Она что-нибудь передавала? Зина ушла от тебя навсегда. Ерунда какая-то. Ну, просто заболел кто-нибудь, только внук. Вчера говорил с ней утром, все было спокойно. Моя Анастасия запретила мне говорить, но я не могу. Ты что, решил для собственного удовольствия пройтись по трупам? Замолчи! Ты что, Толя? На Зину страшно же было смотреть. Она терпела, сколько могла. Значит, нет больше сил. Ты должен немедленно ехать в Ленинград. Или позвонить по телефону. Но надо же это все решить как-то. А что я могу решить? Я шел за тобой всю жизнь. Если тебе надо было, чтобы я работал 20 часов в сутки, я работал. Если надо было бросить дом, семью, квартиру, ехать в чистое поле, начинать все сначала, нет вопросов. Я ехал. И вот когда не сегодня-завтра, решается вопрос. Доведем мы нашу степную до конца, то есть главное дело нашей жизни. Так ты... Ну, договаривай. Я не мог это дело так оставить. В конце концов, решай, или она, или мы. Я не мог молчать. Ты что, виделся с ней? Нет. А письмо, что ли, написал? Зачем? Ну, зачем же? Ведь все, что у меня сейчас в жизни-то есть, ради чего живу. Воз этот тащу.
Это она? Ну, хорошо. Ну, хочешь, я попрошу у нее прощения. Я тебя видеть не хочу. Сними нас вообще. Добрый день, товарищи, с приездом. Может, вы скажете, для чего сюда приехали? Вот вы, например. Ну, это странный вопрос. Ну, например, для того, чтобы себя показать, правильно? Да. Вот я, например, шофер первого класса. Приехали мы из Волгограда. Большое вам спасибо, товарищи. Пожалуйста. Желаю вам успехов. Здравствуйте, товарищи. Может, кто-то скажет, для чего вы сюда приехали? Ну, вот вы, например. Ну, что я хуже других? Меня зовут Лена, я строитель штукатур. Вообще-то у нас в семье это наследственное. у нас бабушка и дедушка строили Комсомольск, мама и папа Дивногорск, а мы здесь строим. Это действительно традиция. Желаю вам самого лучшего. Спасибо. Ребята из Ильяза, вас ждут автобусы. Свет Мед добирается до общежития на своих двоих. Да у нас ноги казенные. Да тут пройти-то 300 метров. Алла. Да не возьму я их, не возьму. Нет, возьмешь. Отправьте их вытрезвить. Нет у нас в городе вытрезвителя. Ведите их на пол. Давайте меня. Ну я-то здесь при чем? Будет он жестовчиком! Извини. Ошиблась. Так и за их и можно сделаться. Алла! Подожди! Подожди, что случилось? Ну что случилось? Успокойся, Алла. Не понимаю. Он шел сдавать сопромат, а его убили. Мы были женаты всего полтора месяца, дружили. Потом вместе поступили в институт, собирались приехать сюда. Он был такой... Я еще из-за него с мальчишками дралась в школе. Он же специально пошел в дружину, чтобы никогда и никого не бояться. Он ни перед кем не уступал. И тогда не уступил. Не надо, Саша. Ты же сам нас вытащил сюда. Доказывал, что это важный шаг в твоей жизни. Необычайная перспектива. Ну, ошибся я, понимаешь? Ошибся. Ты всю жизнь боялся кого-то. Сколько мне стоило труда заставить тебя защитить диссертацию. А ты все боялся, как на это посмотрит Родионов. А вот именно Родионов и помог тебе с этой диссертацией. Уж лучше бы не помогал. Ты пойми, что Борисов — это танк. А Родионов хочет, чтобы я лег под его гусеницы. Вот пускай сам ложится. Мама! Как я выгляжу? Может, японскую сумку взять? Слушайте, я японская сумка дороже, чем судьба отца. Эх, взрослые люди. А ведете себя, как дети. Лично я отсюда никуда не поеду. Ты можешь понять, что у отца на работе неприятности? От неприятностей не бегут. Их преодолевают. Мне просто страшно. В кого она такая жестокая? Это ко мне. О, кто к нам пришел? Ну, как дела, монтажник? Превосходно. Рис сдаем, литейные одеваем в панели. Выражаясь интеллигентно, живем в 11-й пятилетке. Нам пора. Вы там не очень-то загуливаетесь. Не волнуйтесь, все будет в полном порядке. Я вчера видел ее в подъезде с этим, они целовались. Ну и что? Как ну и что? Мне это абсолютно не нужно. А при чем тут ты? Ей это нужно. Ты должна с ней поговорить. А почему я? Ну, потому что ты мать. Ну, зачем ты так? Они хорошие ребята, успокойся. Да пойми, обидно, обидно. Жизнь проходит. Встретился бы мне такой Борисов лет 15 назад. Ох, ты был бы министром. Да надоело всю жизнь плясать по чужую дудку. Но ты только что говорил, что Борисов прав, отругав тебе. Я ему докажу. Я ему докажу. Неужели он не понимает, что надо бросить кость министерству? Ведь всегда в строительстве сплошь и рядом так. Хочешь жить, умей вертеться. Но не хочет. Не хочет твой Борисов вертеться.
А ты ему помоги. А он не слушает. Ты что, опять на дежурство? Да. Сейчас увидите горячий участок, нашу ТЭЦ. Не дадим тепла к зиме, сорвем монтаж оборудования. Что держит? Грунт, плывуны. Строителей хлебом не корми, дай только пожаловаться на грунт. Но ничего, строим. И мы строим. Только нужно в проекте и сметь учитывать эти чертовы плывуны. Надеюсь, ты нас на крышу не потащишь? Добрый день. Нет, нет, я и туда хочу заглянуть. Можно вас? Борисову терять нечего, может, это его последняя стройка. А вот вам есть о чем подумать. Вам могут простить любой литейный, только дайте машину в срок. Вы знаете, что позавчера вызывали Верха? Андрей Васильевич, а что он мог рапортовать по Степной? Можно быть отличным инженером и плохим партийным руководителем. Только вы на меня не сердитесь. Не сердитесь. Я говорю это потому, что нужно шире смотреть на вещи, перспективней, особенно вам. Сергей Сергеевич, может быть, я молодой, как парторг, и еще не научился вашей широте, но мы обещали построить комплекс. Это трудно, но возможно. А вот продолжать строительство и одновременно гнать машину с главного конвейера уже невозможно. Вы же сами знаете, что тогда строительство затянется на неизвестно сколько лет. А вы, оказывается, не так наивны, как я полагал. Пять подъездных ниток у вас к рису. Шесть. Одной отсюда просто не видно. Блочные конструкции использовали с какой отметки? С 15-й. Брали украинский проект? Нет, свой придумали, экономичнее. Но ведь в проекте завод двигателей должен быть выше от реки. Или ошибаюсь? Нет, не ошибаетесь. Просто мы связали проект с речным причалом. Заказчик одобрил. Что, весь квадрат строительства оснащен шоссейными нитками? Да. 35 минут до самой отдаленной точки. Рабочие не опаздывают, машины не задерживаются. А коммуникации? Заранее проложены. А вот это наша база. Здесь вот домостроительный комбинат, бетонные заводы, складские помещения. Ну как, хорошо? Хорошо, хорошо. А что хорошего-то? Где главный конвейер? Там же конь не валялся. Будет. Будет главный конвейер. А это что? А это свадьба. Прямо из ЗАГСа сюда, в Литейный. А потом уже к столу. Едут, едут. Традиция. Скорее, смотрите. Товарищ Малышев, сфотографируйтесь с нами на память. Ну, а? С вами с удовольствием. Ну, все-таки такое событие в жизни. Понимаю. Товарищ Борисов! Товарищ Борисов, ребята, сюда! Ну, давай. Ну-ка. Давай, фотографируй. Внимание! Еще раз, еще раз! Давайте к нам. А почему вы именно сюда? Ну-ка, только немного. После ЗАГСа-то. Что за странный вопрос? Это же наш, Литейный! Горько! Горько! Горько!
Выпьем сразу за трех невест. Такое нечасто бывает. А за трех женихов? Обязательно. На что жалуетесь? Ребята! Ребята! На что жалуемся? ЗАГС в одну смену работает! Значит, нет жалоб. Ну а что? Сдадите комплекс в срок. С арматурой у нас плохо. Подвозят час по чайной ложке. А это бьет нас по нашей зарплате. Одному-то, конечно, еще ничего, а теперь вот семья. Простой наш бич. Вот приходишь утром на работу, приготовишься. Раствор подвезли, а вот кран, он встал на профилактику. Другая организация. Мне кажется, можно жить и получше. А трубы получили из армавира. Разве это трубы? Это же горе луковое. Эти трубы можно ставить для детского сада, но не для литейного. Хотите знать, в чем главный тормоз на нашей стройке? Товарищи, ну что, у нас производственное совещание или свадьба, а? Нет уж, пусть товарищи скажут. Ну что, нет уверенности, что сдадите в срок? Да за себя-то мы уверены. Ну и вы, товарищ, подтолкните там, где надо. Вот-вот, я уже в техникум вечерний поступил. Ну а теперь буду работать здесь, на автосборочном. Вы же обманываете людей. Люди уже собираются работать на автосборочном, а его нет. И неизвестно, когда будет. Андрей Васильевич абсолютно прав. Единственный выход – это форсировать главный конвейер. Этого не будет. Но вы сами сделали все, чтобы подтолкнуть нас к этому решению. Мы убеждены, что уложимся в срок. Да вы-то убеждены. А план сдачи промышленных объектов не выполняется из года в год. Но ведь по освоению средств мы план выполняем. Почти 1,5 миллиарда уже освоили. А вы, товарищ Слезкин, с вами ведь еще разобраться надо. Нет вопросов. Я не хочу сказать, что у вас нет ничего хорошего. Есть. Много хорошего. Люди отличные. Только от этого не легче. Мы же отвечаем перед правительством, перед ЦК, перед народом, в конце концов. А что, если раструбив на весь мир про степную? Мы тогда просто сядем в лужу? Ведь телевизор нельзя включить, там же каждый день степная. А главное, вы зашли так далеко. Гнать главный конвейер, как предлагает Сергей Сергеевич. Это не выход. Выход, выход. Вы просите поверить вам. Это же огромный риск. Вас могут подвести поставщики и наши, и зарубежные. Вы учитываете это. А почему вы, Сергей Сергеевич, так долго разрешали Борисову строить по его схеме? А потому что я ему верил. Мы столько лет с ним вместе. Ну, виноват, конечно. Но сейчас самый главный результат. Будет машина, степная победила. А нет, нас всех надо гнать. Выход, конечно, будет найден. Ну, а пока Сергей Сергеевич остается здесь на некоторое время, чтобы найти решение, в котором будут уверены все. Все, а не только вы, руководители степной. До свидания. Счастливого до свидания. Всего доброго. Счастливо. Постарайтесь найти с Родионовым общий язык. Вы же старые друзья. А что вы мне все время об этом напоминаете? Поймите, подменять Сергея Сергеевича я не хочу. Да, наверное, не могу. И нам с вами надо с этим считаться. Так что ищите общий язык. Литейный, это же наш крестный. Его еще построить надо. А мы зачем? Вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Можно вас на минуту? А в чем, собственно, дело? Я совершил большую глупость. Дело в том, вы получили мое письмо? Да. Я пришел попросить у вас прощения. А, это он вас послал? Да что вы? Ну что ж, я рада за вас. Я давно ждала. Я очень боюсь за него. Дело в том, ему сейчас очень трудно. А ведь он все храбрится, вы понимаете? Хорошо Зинодом держит. Что полотенце накрахмалило так, что я чуть всю кожу себе не задрал. Унылый думай. А ведь могли разойтись тогда. Помнишь, если бы не я, а? Ну как, признаешь? Омрачен. Признаю. По первой? Зачем на все? Бедновато живешь без жены. И пьешь как-то по-рабоче-крестьянски, теперь же так не пьют. Первым долгом это бокалы. Не спрашивай, зачем душой остыла. Я разлюбил веселую любовь и никого
не называй. Ну вот, теперь бери в ладошку, согрей немного. Чуешь, какой аромат, а? Да, заслуживает внимания. Это меня один зарубежный обозреватель научил. Слушай, ведь мы студентами совсем почти не пили. Угу. Точно. А я вспомнил один вечер, где ты в пачках танцевала. Что это был капустник какой-то, что ли? А я около тебя бегал принцем. Еще приз взяли? Ордер на штаны. Точно. А потом носили их по очередке в торжественных местах. Ты же стихи писал тогда. А я и сейчас могу. Хочешь экспромт? Труден путь земной, но неведом нам иной. Осень подкатила, глазом не моргнув. Выпьем, друг мой, Толя, к вечности прильнув. Да, жестокую мы с тобой жизнь прожили, Анатолий. Да нет, просто брали на себя много. Вот именно, неверно я сказал. Жестокую выбрали себе жизнь. Да история тоже нам подвалила. Ну вот скажи откровенно, сделал ли бы ты все, что хотел, Степно, если бы я тебе не помог? Наверное, было бы труднее. Я же всегда за тебя горой стоял. Потому что думал, что ты меня не подведешь. И верил тебе. А что ж сейчас не веришь? Не верю, Толя. Да если бы и поверил, не во мне дело. Мы же Степную строим не на Марсе. Ты только пойми меня правильно. Министр моложе нас с тобой на 10 лет. Вот куда ни приду, везде новые лица чужие. А я хочу свою жизнь закончить на своем месте, понимаешь, на своем. И на твою Степную одна надежда. Видишь ли, Сережа, если мы говорим людям одно, а делаем совсем другое, то грош цена нашим постам, нашим призывам, нашим жизням. Я бы свою жизнь так закончить не хотел. Тебе не надо было так говорить. Последнее время с тобой вообще нельзя ни о чем договориться. Сергей! Сергей! Ну, поспорили. Ты же сам только что кричал на меня при министре. Ну, то было на службе. А сейчас я думал, что ты поймешь меня по-человечески. Здорово. А ты почему сегодня не вступаешь? А я литератор. Я пишу роман. Лев Толстой. Здравствуйте, Анатолий Петрович. Здравствуйте. Одним словом, муки творчества. А что? Думаете, Льва Николаевича их не было? Да, или еще какие? Ну, ребята, вы идите, я еще Катю подожду, ладно? Ну, пока. Пока. Пойдем. Ты сегодня какая-то необычная. Что? Лучше или хуже? Для меня ты всегда лучше. Thank you.
Верно ведь красиво? А вы что, разве раньше не были в Риме? Нет, бывал. Но знаете, все дела, трактора, бульдозеры. Вы знаете, вот здесь, за углом, наш Гоголь жил. Серьезно? Хотите посмотреть? Да. Давайте сбежим. Ma guarda, questa signora è così bella e così libera. Куда же они? Нам еще на промышленную выставку надо идти. Ecco cosa porta l'amore. Вот что делает с человеком любовь и молодость, говорит сеньор Тартини. Зальет котлован, мы погибли. Где дождевик? А, на. А ты что, так и поедешь? А что? В одних трусах? Ой. Я не могу, когда вы стоите у меня над душой. Прав, Борисов. Упустили в проекте плавуны. Все может залить. К чертовой матери. Что вы все толдычите одно и то же? Котлован, котлован, котлован. Сейчас необходимо общее инженерное решение. Да, но если у ТЭЦ поплывут фундаменты опорных колонн. Трактора долго не могут удерживать фермы. А если поплывут фундаменты, мы вообще будем отброшены на целый год назад. Решение одно. Сварить между собой перекрытие, подвести под стропилку, снять напряжение с аварийных колонн. Что, сварка в такой ураган? Смело. Ты что, с ума сошел? Это же рискованно, Толя. В нашей с тобой практике такого не бывало. В нашей с тобой практике и степной не бывало. Стрельченко, гони еще по два трактора под каждую ферму и подготовьте сварочную технику. Слушай. Цепляйте тросами за колонну и тяните! Не надо, не надо рисковать людьми, Анатолий, троса не выдержат, это опасно, Анатолий! Вода прибывает в котлован, а там техника! А люди? Нет! Где главный инженер? Почему вы докладываете? Где мячики? Так... Ну что, что вы стоите? Выполняйте приказания. Есть. Борисова! Ребятки, милые, на вас вся надежда. Сделаем. Только осторожнее, там наверху опасно. Там ветер. Да я все сделаю, я же сделаю. Давай, ну что ты делаешь? Ты же рискуешь людьми. Это же все равно, что землетрясение остановить. Они же не шкуру свою спасают. Это все равно, что ребенка своего. Да не успеют они. Давай, давай!
главная диспетчерская получила указание направить щебень на подъездные пути Литейного. С Риза говорят, на заводе вода, срочно нужна пожарка, откачивать надо. Может, сходим к Маркаряну? Да не надо мешать. Ну где этот пожарный генерал? Сроду его нет на месте. Товарищ Борисов, по вашему приказанию... Давай одну машину на 11-й квартал тонну, там одну на рис, быстро! Не могу, у меня машин мало! Убирайте свои машины отсюда, они тут как мертвому при парке. Ты что, есть. Хочешь сказать, что котлован загублен? Если взрывами отведем воду, а потом будем откачивать, спасем. Это что-то новенькое. Старо как мир, 500 метров до речки, и уклон хороший. Ну, знаешь, теоретически это красиво, но там же в домах люди! Я уже вызвал взрывников. А тряханет здорово? Довольно далеко от города. За это можно и головой ответить. Ну, когда-нибудь надо ответить головой. Четко и слаженно работает бригада Ивана Яцышина. Ох, и живут же люди! Строители с гордостью подводят итоги героических совершений за последние 4 года, принимают новые повышенные обязательства. Не хочу, чтобы снова все рушилось. О, Господи, как я могла подумать, что смогу без вас? Эта комната очень похожа на тебя. Это ты. Марина. Grazie, signorina bella. Grazie. Non è peggio neanche lei, dei ragazzi italiani. A vam to очень идет. Bicchiere di Chianti, per favore. Subito, signorina. Что вы заказали? Два бокала Chianti. Вы знаете, кажется, сегодня я был счастлив. Я думала, что это только у меня такое ощущение. Мы с вами поздно встретились. Я где-то читала, что если человеку осталось жить даже один день, и тогда не поздно начать все сначала.
Здрасте. Здрасте, товарищи. Лариса, ни с кем не соединять. И даже с Москвой? Даже с Москвой, пока не кончится совещание. Я надеюсь, что сегодня мне не придется вас уговаривать. Серафим Иванович, молодец, проявил себя вчера. Здравствуйте. Проходите, товарищи. Проходите, сейчас начнем. А ты прекрасно выглядишь. Вот что значит фронтовая закалка. Присаживайтесь, товарищи. Десятиминутка сегодня будет несколько необычна. Я потрясен мужеством коллектива и всем, что было сделано в эту ночь. Однако следует признать, что практически строительная площадка Степной парализована. Стихия как бы сама рассудила нас. Я думаю, что сегодня всем очевидно, что настала крайняя необходимость форсировать главный конвейер. И это будет единственно правильное решение. Анатолий Петрович, а кто принял такое решение? Я ничего не могу понять. Такое решение принято мной, министерством. Мы все здесь в некоторой степени отвечаем за Степную, а кое-кто отвечает и в большей степени. Тут можно лишиться не только места, но и партийного билета. Кто назначил это собрание? Пока я начальник строительства, строить будем, как строили. Диспетчерский график работы менять не будем. Если ни у кого нет ко мне вопросов, все свободны. Маркарян. Маркарян! Рубен Григорьевич! Да. К селектору! Хорошо, перепиши вот это. Маркарян! Да? Почему от тебя нет сводки? Когда вы в конце концов закончите кровлю? Ну, к 12 часам закончим, Анатолий Петрович. Ребята стараются. Анатолий Петрович, Анатолий, я тут наметил 18. Анатолий, воды, ну, сейчас. Лариса! Анатолий Петрович! Лариса, скорую! Анатолий Петрович! Расстегните ему воротник. Голову держите, голову. Ребята! Что же это такое, а? Анатолий! Борисову, кажется, плохо. Только что с ним разговаривал. Эх, Анатолий, надо же такому случиться. Ай-яй-яй. И это называется человеческая жизнь. Вы мне только правду скажите. Жив? Да жив! Прекратите панику! Ну, плохо стало человеку! Имеет, в конце концов, он право на это. Да. Конечно. Имеет. Зина. Не знаю, как я долетела. Ну, успокойся. Я сейчас договорюсь. Зиночка, дорогая, не надо так. Здравствуйте. Здрасте. Простите, доктор. Мы к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как он? Во всяком случае, не хуже. Только пропустить я вас к нему не могу. Ну, доктор. Приказ главного. Я должна его увидеть. Ну, нельзя. Аркаша, разрешите мне, я поговорю с заведующим. Хорошо, пойдемте. Вот видишь.